В воскресенье, 14 августа, активные жители Фокино провели вечер под открытым небом, исполняя зажигательные танцы вместе с приглашенным диджеем из Находки. Молодежная дискотека «Диско Микс» прошла в первый раз, но оставила неизгладимые впечатления у всех собравшихся. Организаторами мероприятия выступило Управление образования, идейным вдохновителем Хасанова Валентина Валентиновна. Накануне вечером в Фокино состоялась большая уличная дискотека. 2,5 часа молодежь тусовалась, танцевала и развлекалась на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Альбатрос». На новый для нашего муниципалитета формат развлечений пришло довольно много людей. Знойная погода, которая установилась на прошлой неделе в Приморье, только добавила к общей массе случайных прогуливающихся горожан. В итоге у ФОКа собрались около 100 людей разного возраста. Помимо дискотеки, организаторы предусмотрели развлечения. Девушки на скорость поедали символ августа – сочный арбуз, юноши состязались в силе, пытаясь удержать самую большую в мире ягоду на вытянутой руке как можно дольше. Дискотека под открытым небом «Диско Микс» продолжилась с 8 вечера до 10:30. До жителей некоторых домов доносилась громкая музыка и слова популярных песен, но они к этому отнеслись благосклонно. Молодежь Фокино до самой последней композиции двигалась в такт наиболее популярных современных композиций, надеясь на продолжение танцевального микса. Так или иначе, мероприятие удалось и, надеемся, будет проведено еще не раз, заряжая молодое поколение фокинцев и людей постарше позитивной энергией и положительными эмоциями.